Кино пришло в Россию всего на год позже, чем оно родилось на сеансе «Братьев Люмьер» в Париже. Это был 1896 год. «Братья Люмьер» рассылали своих операторов по всему миру, чтобы они снимали самые яркие какие-то события. Первые кадры снимались, в общем-то говоря, на иностранных камерах иностранцами. Филиал братьев Патте, Гамон и других компаний присылали и своих операторов для съемок, скажем, документальных каких-то лент, в частности, торжеств по случаю коронации Николая II. Последнего русского царя, при котором и синхронно с восхождением на престол которого в России появилось кино. Несмотря на то, что это хроника, это, в общем, все срежиссированное, постановочное кино, которое было регламентировано крайне неповоротливой, тяжелой съемочной техникой. Первые русские кинопромышленники в первую очередь были импортерами западной техники, потому что собственного производства техники в России не было вплоть до 19-го года. И практически все продюсеры вышли из импорта. Никто из них не думал, я боюсь, о высоком искусстве. Кинематограф рождался вообще непросто. Это была эпоха крупнейших общественных и социальных процессов, прежде всего стимулированных развитием экономики. Бурная индустриализация, создание огромных мегаполисов, миграция населения и очень часто население неграмотного или разноязыкового и требующего прежде всего вот этих вот аттракционов и развлечений, способных оказаться востребованными вот этой самой массовой аудиторией. Мне кажется, что, конечно, родилось это как эксперимент, как забава. И уже через считанные годы появился первый российский кинотеатр. Он назывался «Электротеатр» и располагался на Красной площади в здании нынешнего ГУМа. В самом названии «Электротеатр» совмещаются два очень важных для той эпохи понятия. С одной стороны, театр, потому что театральное зрелище было очень популярным в то время, находилось на подъеме. С другой стороны, электро, потому что электричество тоже было новинкой, которая вовсю внедрялась в России и тоже привлекала зрителей. Российское кино ничем не отличалось от кино большинства европейских стран. Мы смотрели на французов, как на людей, которые придумали эту новую моду. Мы не понимали, насколько кино — это искусство, не является ли это просто ярмарочным каким-то развлечением или технологической новинкой. Никто в мире не понимал, французы тоже не понимали. Кинематограф стал уделом небольшого количества блестящих предпринимателей. Эти люди, большие энтузиасты своего дела, они совмещали не только профессию продюсера, но еще и зачастую сценариста, режиссера. Они были смелыми, я бы сказал, рискованными, говоря сегодняшним не вполне литературным языком, духовитыми предпринимателями. Они брали на себя полностью все риски и ответственность за то, что они делали. Когда регистрировали предприятие, нужно было либо показать какие-то залоги, имеющиеся средства, либо это называлось регистрируется на веру. То есть как бы отвечали имуществом, отвечали всем, что у них есть. Воздвигаются киноателье. На закладке киноателье Ханжонкова в Москве собрался весь цвет кинематографии. Два главных имени раннего русского кино – это два Александра. Александр Дранков, Александр Ханжонков. Дранков и Ханжонков, они были необычайно талантливы, потому что до них не было ничего. Они были первооткрыватели, пионеры. И обычно они позиционируются как такие доктор Джекил и мистер Хайд. Александр Дранков был известен как Ноздрев российского кино. Искал, где стащить. Первым был на всех пожарах, похоронах, сенсациях. И все это обращал, в общем, в свою пользу. Это, конечно, был человек, который стремился извлечь выгоду из того, что он делает, моментально. Такой продюсер-трикстер, который не только продюсер, но еще и кинематографист. Потому что Дранков прекрасно знал технику, он сам был кинооператором. Именно благодаря ему у нас сохранились там кадры Маржанова, портреты писателей многих, и съемки Толстого уникальные. Дранкову приходит в голову, а не сделает ли мне кинофильм? Ни режиссер, ни писатель,
Где же найти материал? Именно он в 1908 году снял фильм, который имеет два названия: либо «Стенька Разин», либо «Понизовая вольница». Это была известная песня, которую все вокруг исполняли. И понятно, что людям интереснее идти на то, что они знают. Роковая роль разбойников, которым не нравится, что их атаман их на бабу променял. И они пишут подложное письмо, якобы от ее возлюбленного, которое попадает в руки атамана, и он бросает ее в волны. Огромное количество персонажей, они жестикулируют очевидно излишним образом. Очень широкие жесты, то, что должно быть понятно. Рассчитано на зрителей галерки. Еще не совсем ясно, как это должно на экране трансформироваться. Дранков понимает, что нужно создать из этого экранное событие, но не просто снять кинофильм. И он обращается, ну ни много ни мало, к директору Московской консерватории. Говорит, а не напишете ли вы музыку? И удивительным образом тот пишет музыку. Для того, чтобы, ну, как бы обеспечить маркетинг, а это, так сказать, тоже новое дело, он выкладывает на афиши содержание кинофильма. «Стенька Разин» считается первым русским фильмом, который был сделан русской фирмой, русскими кинематографистами для отечественного рынка. С одной стороны, кажется, что вот Дранков – это бизнес, 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 а Ханжонков – это искусство, искусство, искусство. Но на самом деле понятно, что может быть случайно, может быть намеренно, но Дранков тоже двигал искусство кино вперед, не мог не двигать. Противостояние Ханжонкова и Дранкова проходило по принципу срывов. Это значит узнать, на какой сюжет, какой конкурент ставит фильм, и быстренько-быстренько поставить фильм на этот же самый сюжет. Важно, что он выйдет первым, и что зрителю уже неинтересно будет смотреть фильм на тот же сюжет. Ханжонков тоже, разумеется, не был альтруистом, не был только человеком, который вот хочет быть художником. Благодаря тому, что он довольно рано и умело оценил институт репутации, смог создать фирму, которая составила достойную конкуренцию зарубежным кинопроизводителям. Он разрабатывает такой принцип, то, что, насколько мне известно, американцы это называют «испытание на собаках». Когда опытную партию зрителей запускают в зал, им показывают фильм, и потому, как они реагируют, делают прогнозы относительно дальнейшей судьбы этого фильма. Ханжонков вообще обеспечил себе всю линейку современного контента. Он производил и игровое кино, документальные фильмы и даже научно-популярные фильмы он очень любил. У Ханжонкова был один, пожалуй, минус. Он довольно равнодушно относился к тем замечательным кадрам, которые попадали в поле его влияния. В частности, у него не сложились отношения с режиссером Гончаровым, который снял один из лучших фильмов дореволюционного кино и прославивший самого Ханжонкова «Оборона Севастополя». Массовые, масштабные сцены, где были задействованы тысячи статистов. Пример приводит, что даже Гриффит как бы свою нетерпимость выпустил позже. Эта картина очень отвечала представлениям самого Ханжонкова о том, каким должно быть российское кино. Он хотел видеть на экране российского человека, хотел видеть тот образ жизни, который он ведет. Ханжонков использует консультантов, войска. Они его ориентируют вот в историческом контексте. Гончаров дал объявление в газете, что он разыскивает ветеранов обороны. И на это объявление откликнулись ветераны, и была заснята хроника, которая была помещена в финал этого фильма. В
фильм требует громадного бюджета, денег на это не было. И Василий Гончаров, он таки дошел до самого императора, и тот милостиво разрешил, во-первых, саму съемку, во-вторых, предложил бесплатно воспользоваться кораблями военного флота. Честно сказать, вот в съемках такого скрупулезного исторического подхода его не видно. Ходжунков был в абсолютном ужасе, поскольку он был человек западно ориентированный. Отдавал себе отчет в том, что то, что делают они по сравнению с тем, что уже делается на Западе, это, в общем, художественная самодеятельность. Но реакция государя была милостивая. Когда я читала это описание, то меня поразило, насколько это совпадает с тем, как показывали, допустим, в фильме «Сталину на даче». И все ждали его реакции. Его реакция – это был приговор. И здесь то же самое. Царь и его семья не были чужды кинематографа. У них были собственные кинооператоры, которые снимали царскую хронику. И часто это было такое хоум-видео даже. Николай II, известное его изречение, считал кинематограф каким-то незаслуживающим внимания пустяком, несерьезным делом, хотя, как свидетельствуют его дневники, довольно регулярно, часто потом впоследствии смотрел. Государство до какого-то момента совершенно не обращает внимания на эту новую сферу деятельности. Кинопроизводство процветает. В самом конце 1907 года появляется первое профессиональное издание о кино. Это был журнал, который называется «Синефона» или, может быть, «Синефано», как немножечко с французским прононсом могли бы это тогда говорить. Это все было адресовано именно профессионалам рынка, владельцам кинотеатров, кинодистрибьюторам. Они были главными подписчиками этих журналов, тираж которых не превышал 1000-2000-3000 экземпляров. Количество этих подписчиков примерно соответствовало количеству деятелей кинематографии на тот момент. Раннее писание о кино больше мне напоминало сегодняшнюю индустриальную прессу, где больше пишется о каких-то сделках, о количестве экранов, что провально, что успешно. Во-первых, это, конечно, либретто фильмов. Как сегодня есть трейлеры. В этих коротких текстах, которые занимали абзац 2, 3, 4, кинематографисты могли понять, с каким типом фильма они будут иметь дело, что там происходит на экране. Кино еще не признано искусством. Уже оно становится индустрией, но еще не становится искусством. Во Франции появилось такое явление, как фильм «Дар». Люди, которые собрались в эту фирму, решили, что мы сделаем примерно как театр. У нас будут настоящие декорации, у нас будут настоящие актеры, у нас будут очень хорошие костюмы, у нас будут серьезные, специально написанные для экрана пьесы. То есть мы будем делать все серьезно. По этой же самой модели Тимон создал так называемую «Русскую золотую серию». И, в частности, ему удалось переломить отношение театральных деятелей к кино. Как привлечь людей в кинотеатры? Нужно показывать им какой-то некий сюжет, который разворачивается не в рамках одного фильма, а в рамках целой серии фильмов. Во Франции возникли известные сегодня нам персонажи Фантомас, появились фильмы «Вампиры». Эти фильмы вышли на российский экран. Естественно, в России стали делать и собственные. Ну, например, как бы известно, целая серия фильмов про Соньку «Золотую ручку». Грабительницу, преступницу, воровку. Когда мы начинаем вспоминать о раннем кино, мы, конечно, чаще всего говорим о режиссерах, о фабрикантах, мы называем мужские имена, но не нужно забывать, что на самом деле довольно много женщин участвовали в создании раннего русского кино. У Александра Ходжункова была жена Антонина Ходжункова, которую можно считать одним из первых кинопродюсеров. У Павла Тимона, или Пауля Тимона, была жена Елизавета Тимон, которая тоже активно участвовала в управлении компанией и в создании фильмов. Некоторые исследователи считают, что именно она была первым русским режиссером, потому что вместе с Яковом Протазановым она участвовала в создании фильма «Уход великого старца». Это был 1912 год, фильм на экраны не вышел, семья Толстого запретила это, но это была экранизация последних дней жизни Толстого. Было много авторов романов, женщин. И многие из этих романов экранизировались. Была, например, Анна Мар, которая была и журналистка, и писательница, и сценаристка. Были актрисы, например, как Зоя Бранцевич, которые тоже уходили или делили свое время между актерской работой и сценарной работой. Часто писали сами для себя, но иногда и для других. И, наверное, люди, которые не были так заметны, но были невероятно важны, это были монтажницы. Мужчины не были монтажерами. Это уже пришло позже. Были именно монтажницы, которые сначала занимались технической работой. Они просто склеивали кадры,
кадры были практически сценами фильма. Вот эти сцены склеивались, приклеивалось начало, приклеивался конец, приклеивались титры, интертитры. И все, на этом заканчивалась работа. В Россию приезжает в 1913 году крупнейшая мировая звезда Макс Линдер. И это производит ошеломляющее впечатление. Коллективное помешательство, потому что это был переворот сознания. В Европе первая кинозвезда была датчанка Аста Нильсен. Она всех поразила в фильме «Бездна». Там была замечательная сцена танца апаши, так называемого. Аста Нильсен очень эротично извивается. Это было просто невероятно что-то для зрителей. Зрители требовали, писали письма дистрибьюторам, чтобы этот фильм снова показали. Мне кажется, что это первое такое требование в России, например. В сознании российского зрителя возникает понятие звезды. Причем не актера, а звезды. Это два разных, в общем, не совпадающих понятия. В начале 10-х годов начала складываться система звезд по типу американской. И у нас были уже собственные звезды, такие, конечно, как Вера Холодная, Витольд Полонский, Иван Мазжухин. Начинают выходить большими тиражами открытки с изображениями этих звезд, которые тоже приносят крупный доход. В России сначала профессиональные актеры в кино не идут, потому что это все-таки что-то странное, что-то ярмарочное, что-то не очень приличное даже. Кино все-таки воспринималось в этот момент как такое, ну, низовое развлечение. Что-то примитивное, что-то замена фотографии или путешествия, и вообще не искусство. Я вот пытаюсь себе представить, там, Гумилев ухаживает за Ахматовой. И вот что он? И говорит, пойдем в кино, Аня. Я, кстати, могу предположить, что они ходили, но это как-то совершенно не вписывается. Это для какого-то другого слоя. И поэтому первые звезды кинематографа русского – это часто люди, которые пришли из театра, но в театре не были звездами, не были большими актерами. Именно кинематограф их смог раскрыть. На наш взгляд, современный, актерская игра и вообще актерский вид в раннем русском кино, он немножечко вычурный, немножечко чересчур. Но поскольку не было возможности говорить в кадре, то артисты жестом, точнее говоря, выпученными глазами, вот этой преувеличенной мимикой, в общем, как бы компенсировали отсутствие слова, изображали эмоцию в ее переходе из одного состояния в другое. У них очень ярко бывают накрашены глаза и даже губы. Нужно было подбирать другие цвета, специальные для пленки, которая тогда существовала, чтобы это выглядело на экране, ну, более-менее естественно. Кино дореволюционное, мне кажется, существовало на ощупь. Там было много талантливых вещей, но оно себя искало и не понимало, в чем найти. Два имени Мазжухин и Холодная олицетворяют для нас символ поколения. Конечно, первая величина здесь – это Иван Мазжухин. Мазжухин был актером очень разнообразного амплуа, он был именно актером. Театральный актер, не очень популярный, не очень успешный, он не был на первых ролях, который проявил себя именно в кинематографе. Его амплуа на разных этапах жизни искусственно сокращали, потому что он нужен был такой или сякой. А палитра возможностей у него была огромная. Эти как бы фотографические образы и то, как он там выглядит, какой у него грим, у тебя всегда в зрительной памяти. Он обладал умением очень остро на экране реагировать, быстро плакать, например. У него были очень выразительные светлые глаза. И вот этот миф о мазжухинских глазах, всепонимающем, всепроникающем взгляде. В киногазете 18 года, посвященная Мазжухину, там есть письмо зрительницы, которая пишет. И тут я увидела взгляд этих серых глаз с экрана, и в них потонула все моя маленькая серая жизнь. «Вера Холодная» — это один из главных мифов раннего русского кино. Совсем молодая женщина, красавица, секс-символ. Само имя Вера Холодная, которое кажется псевдонимом, но на самом деле было действительно ее именем. Почему было такое сумасшедшее поклонение, влюбленность в Веру Холодную? В ней было что-то детское. Куклу Барби полюбить невозможно. Она очень красивая, но ее нельзя полюбить.
можно полюбить толстую куклу Машу. Ее раскрыл, по-настоящему раскрыл Евгений Бауэр на студии Ханжонкова. А потом это все красиво монтировалось. Или он мог ее снимать чуть ли не со спины. И это было выразительно. Главное ей было постараться поменьше играть. Хотя кто-то говорит, что она под конец своей карьеры, очень недолгой на самом деле, она начала действительно уже как-то как актриса себя проявлять, но не успела. Евгений Бауэр. Он снимал мелодрамы на разрыв аорты. И их очень любили, они были очень популярны. Его иногда называют слишком театральным режиссером, и он действительно пришел из театра. Для него актер — это часть декорации. Почему так вписал «Сверххолодное»? Но это было не декоративное кино, а это было кино, которое понимает свою визуальную природу. Про Бауэра говорили, что он светописец. Он убирал вещи из кадра, наоборот, изменял их тюлем, колоннами, в том числе для того, чтобы расположить осветительные приборы. И от этого кадр начинал совершенно по-другому выглядеть, он буквально светился. То, что тоже мало кто-то делал до него. Бауэр в фильме «После смерти» использует сразу несколько очень интересных приемов, довольно редкий для раннего русского кино длинный проход. Камера следует за героем, камера движется. Это, в принципе, не следование за героем просто потому, что герой случайно перемещается по экрану, но именно прием искусства, прием выразительный. Само движение в кадре — это внутрикадровый монтаж, когда действие в сцене происходит в рамках одного плана, и для этого нужны, конечно, такие глубокие композиции, которые Бауэр выстраивал. А с другой стороны, это дает свободу зрителю, который может смотреть на первый план, на второй, на какую-нибудь деталь. И в этой свободе есть какой-то вот элемент сотворчества зрителя, автора фильма. Долгое время в советском киноведении, во всяком случае, считалось, что вот существовали такие две тенденции внутри русского дореволюционного кино. Декаданс — это Бауэр, а с другой стороны — реалистическая тенденция, которую возглавлял Яков Протасанов. В свое время Гардин определил его как «тормозная школа», от слова «тормоз», потому что в его кинематографе чрезвычайно важны были паузы. Конечно, это было связано вот и с традицией русского театра, безусловно. Он сам говорил где-то вот на рубеже 11-го года, что театральным актерам, которые у него снимались в то время, чрезвычайно мешают в кинематографе крупные и средние планы. Надо сказать, что крупный план продюсеры очень не любили тогда, потому что он был невыгоден, чисто экономически. Однажды продюсер пришел в просмотровый зал, увидел крупный план артиста и говорит: «Нет, я заплатил за него 20 центов, значит, в полный рост, будьте любезны». Тем не менее, именно вот с подачи Гардина и Протазанова на фабрике Тимона крупный план все больше и больше заявляет свои права. Одновременно с этим выдвигается личность актера в центр эстетики фильма. Мы знаем, до каких шедевров он доходит там, с крупными планами Мажухина, скажем, в фильме «Пиковая дама», это 16-й год. Он практически первым в фильме «Уход великого старца» вводит документальную хронику внутрь художественного фильма. Это вот смешение жанров, о котором говорят как о черте кинематографа нашего времени, на самом деле восходит еще к 10-м годам. Эти люди сделали очень много. Я уже не говорю об огромном количестве технологических и технических открытий, которые совершались внутри их компании. Ну, там, скажем, анимация Старевича. Это удивительная вещь. Наш алхимик, маг и кудесник – это человек, который мог именно кинематографическими средствами добиться визуального эффекта на экране. Есть кинематографического оператора, где насекомые разыгрывают уже такую пародию на фарсы начала 1910-х годов. Фильм поражает и сегодня. Во-первых, ты видишь рефлексию кинематографа над самим собой. Ты понимаешь, что фильм осознает фильм как зрелище. Мы видим, как оператор снимает внутри фильма свой собственный фильм. Мы видим, как кинематографист становится вообще в принципе героем фильма, как ломается, в общем, даже четвертая стена. Ханжонков вместе с автором этих фильмов Владиславом Старевичем поддерживали легенду, что они действительно дрессируют жуков, дрессируют насекомых и заставляют их разыгрывать веселые сценки жизни животных.
вот эти первые фильмы, которые сегодня так для нас интересны, потому что они первые, все-таки это действительно еще только зарождающееся искусство. Оно только ищет свой язык. Когда появился язык, когда появился монтаж, появилась крупность, появилось движение камеры, появился, конструкция, что ли, сюжета, когда появились склейки, вот тогда кино стало приобретать уже иные свойства. Точно такими же непрофессиональными, как и первые кинематографисты, были первые зрители. Потому что никаких правил поведения кинематографов, конечно же, не существовало. Можно встретить карикатуры в кинопрессе, где зрители-профаны с важным видом покупают билет в первый ряд, думая, что как бы это так же престижно, как и театр, сидеть в первом ряду. Или какая-то дама заслоняет обзор задним рядам из-за своей большой шляпы. До сих пор сохранились кинотеатры, построенные в Москве в те годы бурного развития кинопроизводства. Вот как выглядел тогда нынешний кинотеатр «Москва». Где-то к 2010 году в Москве было 80 кинотеатров. А самой кинематографичной улицей стала Тверская, на которой на одной только этой улице было целых 10 стационарных кинотеатров. Показывать кино можно было где угодно, в какой-нибудь квартире, в каком-нибудь заброшенном доме, была бы только крыша над головой. Это неприспособленное помещение было на самом деле довольно опасным местом. Пленка была горючая, и при несоблюдении каких-то условий, допустим, если пленку оставляли слишком долго в проекторе, она нагревалась и могла воспламениться, а за этим мог воспламениться и весь кинотеатр, потому что они строились сначала в жилых домах, в квартирах, часто не имели дополнительного выхода, и люди могли погибать и погибали. Свое влияние оказала на развитие российской кинематографии Первая мировая война. Вообще, 14-й год – это переломный момент для раннего русского кино. Первая мировая война заставила государство по-настоящему кинематографом заинтересоваться. Вместо зарубежных фильмов стали показывать в основном российские. Отечественный кинематограф должен был заполнить провалы, пробелы, которые остались в прокате, потому что почти прекратился доступ на русский рынок зарубежных картин. Были введены налоги на билеты, специальные военные налоги, которые шли на, опять же, военные нужды. Кто-то, как Александр Ханжонков, например, отдавал сам свой кинотеатр под госпиталь. Вера Холодная, Чердынин, Каралли собирают пожертвования для раненых. С начала войны зрителю стало более приятно находиться в кинотеатре и смотреть на чьи-то чужие жизни, чем жить собственной жизнью. Поняв, что надо ковать деньги, не отходя от кассы, российские кинематографисты начинают заполнять киноэкраны своей кинопродукции. Кинематограф начал очень-очень бурно развиваться. Больше фильмов снимается, больше фильмов выходит, больше актеров нужно, больше режиссеров и так далее. Существует представление о том, что вот все шло к революции, все там только уже рабочие мечтают, когда же мы свергнем царя. Это, конечно, очень упрощенно. Пусть скорее грянет буря, то, что поэты ощущают и призывают. Мне кажется, далеко не все это чувствовали. Это все быстро закончилось, потому что война завязла, страна завязла и другие страны завязли. Это продолжалось, это было бесконечно. Практически все ожидали, что вот-вот это все рухнет, что наступит конец света, по крайней мере, того света, который мы знаем. Могли ли быть счастливые фильмы? Но мне кажется, нет. Если это мелодрама, то она чаще всего заканчивается или убийством, или самоубийством, или и тем, и другим. Люди цеплялись за эту салонность, за эти мелодрамы, за эти истории чувств, как за спасательный круг. В Америке мне можно было представить, чтобы фильм, который заканчивался трагически, где было все плохо, и он был коммерчески успешен, люди бы нравились, люди бы ходили, советовали. В России это работало. В каком-то смысле эти фильмы отражают ту реальность, которая в том числе в России существовала. Художники в широком смысле, как сейсмографы, они ощущают что-то, что еще не наступило раньше других. Уже где-то в году 15-16 русские продюсеры начали думать о том, где можно снимать так, чтобы было достаточно солнца, достаточно ландшафтов, пейзажей разнообразных.
как бы сама жизнь заставила первых русских предпринимателей отправиться в Крым. Они пытались построить какие-то бизнесы, они снимали. Вот это как раз тот период времени, который талантливо сделан Никитой Сергеевичем Михалковым в «Рабе любви». Господин Канин, вы сейчас у кого снимаетесь? Я сейчас у Кожохина, а через час вот у самого Бойма начну. А в какой роли? Да черт не узнает, вот только сказали, что с бородой. Понимаете, такая история? Возникла идея русского Голливуда, хотя само название не упоминалось, и принцип организации деятельности в Голливуде тоже как таковой пока не рассматривался. Кинематографисты жили в Крыму, они работали там, производили довольно большое количество фильмов. Хотя неуемный Протазанов, например, писал «Сижу, скучаю, жизнь моя монотонна, я ленив». Там он за это время снял, по-моему, 20 фильмов, что для него было совершенно просто отпуск. Там работал Бауэр. Бауэр оступился и упал с какого-то парапета, поранил ногу. Вроде бы восстанавливался, но у него развелось воспаление легких, и он очень быстро скончался. И это была большая трагедия для фирмы Ханжонкова, конечно, но еще не было понятно, что это большая трагедия для раннего русского кино, потому что, в принципе, оно со смертью Бауэра заканчивалось. И также заболела Вера Холодная. Она вначале простудилась, на съемках упала в снег, потом перешло в грипп. Драматическая ее судьба – умереть от испанки в 25, по-моему, лет. Фактически, своей смертью она подвела черту под историей русского дореволюционного кино. Похороны Веры Холодной были сняты на пленку. Ее загримировали, ее одели в одно из ее платьев, которое было известно по фильмам, в которых она снималась. И фактически это стало ее последней ролью. Пришло новое время, пришло новое кино, новый монтаж, который был совершенно противоположен этому. Он был короткий, все лишнее из кадра убиралось, и эти короткие монтажные фразы символически говоря нам о том, что эпоха обрубила все прошлые связи, осталась без корней, без связей. И мне кажется, эти фильмы уже через 5-10 лет после революции смотрелись так же красиво и бесполезно, как модерновые особнячки рядом с проектами нового индустриального, конструктивистского, очень смелого строительства на улицах больших городов России. Российскому кино повезло, я подчеркиваю это, не российскому обществу, а российскому кино повезло, что случилась революция. Революция сделала Россию внезапно авангардом всего мира, и наш художественный авангард стал тоже самым авангардным. Это создание нового мира, это создание нового искусства. Там мы новый мир построим. Вот не случайно Маяковский после революции будет пытаться снимать кино. Футуристы, которые ищут все новое, вот для них это тоже открытие. Новорожденное советское кино, его делали новички, которые имели часто минимальный или вообще никакого опыта в кино, и фактически начинали заново. Именно в этот самый момент происходит какой-то пик зрительского интереса к кинематографу. Очень хочется развлечений, очень хочется чего-то привычного. Газеты, журналы пишут о том, что хвосты, то есть очереди за билетами в кинотеатры, по длине равняются хвостами за хлебом. А это очень важный признак для 17-го года. Переход к советскому периоду, он был, мягко говоря, сложным. Учились вообще кинематографу в поле, можно сказать. То есть прямо на фронте гражданской войны они снимали все вместе с солдатами, которые шли в бой и так далее. Во время гражданской войны кинопроизводство было практически обесточено. В экономическом плане не было денег на закупку оборудования, пленок. Продолжают что-то увозить, уезжать, скрывать оборудование, скрывать фильмы, закапывать их в землю даже, как такой был кинопродюсер, кинофабрикант Талдыкин. В какой-то момент начинают выключать электричество. Часть кинотеатров уже отобрана у театровладельцев, часть кинотеатров не отапливается. Непонятно, что дальше будет, непонятно, куда идти. Просыпается вот это коллективное сознание. Сначала кинематографисты в феврале собираются в такие прото-союзы, профессиональные профсоюзы. Возникает идея национализации кинематографа опять. Но это уже попытка национализировать его как бы снизу.
проекта национализации кинематографа, который мы связываем уже с самым концом 10-х годов и с именем Владимира Ленина, существовали еще до революции, во время Первой мировой войны. Сразу несколько планов, которые, к сожалению, или, может быть, к счастью, не осуществились в это время. К 21-му году практически кинопроизводство на территории, собственно, России уже замерло. Все ограничивалось работой кинохроникеров. Большевики прекрасно понимают, как важно национализировать почту, телеграф, телефон, и кинематограф в этом смысле является настолько же важным, как бы, средством коммуникации. И они, конечно же, выигрывают эту информационную войну. То есть мы мало что знаем о хронике со стороны белых. Многие из тех, кто уехал тогда летом 17-го года на юг, оказались впоследствии отрезанными от центра. И кто-то пережидал и потом вернулся в Москву. Кто-то вместе с уходящими войсками Белой армии уже через несколько лет уехал за границу навсегда. Кто-то уехал и потом вернулся. Это была не просто вот эмиграция отдельных людей. Это была эмиграция всей школы. Впоследствии советское кино будет строиться с нуля, потому что практически все ведущие кинематографисты революционной эпохи уехали в эмиграцию, кто остался жив. Вообще, когда уезжали, они думали, что это месяца на три. А положение становится все более тяжелым, и надо сказать, что радушие гостеприимных хозяев как-то тает. На протяжении 2 лет ситуация меняется. Возникает знаменитый «Альбатрос». Александр Каменко, человек европейский, с прекрасным французским языком, с опытом жизни уже в Европе, открывает двери навстречу молодым французским режиссерам. На его студию приходят Рене Клер, Жак Фейдер, Марсель Дербье, Жан Эпштейн. И, по сути дела, французское кино следующего десятилетия, 30-х годов, питается корнями русского эмигрантского кино. Сейчас мы празднуем День отечественного кино 27 августа. Это день, когда в 19 году был подписан декрет о национализации кино- и фотопромышленности. Революция произошла за 2 года до этого, а праздником эта дата начала считаться лишь под конец 20-х годов. И здесь очень важным стал 24-й год. Именно после смерти Ленина из письма Анатолия Луначарского историку кино Григорию Болтянскому все узнали, что, оказывается, Ленин называл кинематограф важнейшим из всех искусств. На самом деле, более важно то, что он говорил о пропагандистской функции кинематографа. Он говорил о том, что нам нужно сочетать в кинопоказах и художественное, и немножечко хроники, и что-то комедийное, что-то серьезное, так называемая ленинская пропорция. Вот это он действительно говорил. Про важнейший из искусств мы даже не знаем. Никого больше, кроме Луначарского, как свидетелей, у нас нет. А он об этом начал говорить только после смерти Ленина. Действительно, важнейшим из искусств для большевиков было кино, потому что это огромный способ донести какие-то идеи. Когда уже происходит национализация кинематографа советской властью, они говорят о том, что кинематограф необходим как такое агитационное оружие. Поэтому они смотрели на него как на возможность производить агитки, которые назывались там «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» или там «Иди на фронт». Вот у меня всегда ощущение, когда Ленин сидит больной в горках, умирающий, и вот он пишет эти свои последние работы, он как будто себе доказывает: мы справимся, мы сделаем, всем покажем правильные фильмы, и они все перевоспитаются. 1 сентября 1919 года открылось первое в мире заведение, которое выпускало или должно было выпускать, должно было обучать новых деятелей кинематографии. Инициатором возникновения госкиношколы был Владимир Гардин. С одной стороны, жесткая государственная организация, с другой стороны, какая-то очень семейственная, какая-то личная атмосфера, которая слегка разъедала вот этот довольно жесткий государственный аппарат. ГИК действительно одна из старейших киношкол и первый государственный киновуз в мире. Те принципы кинообразования, которые оформились, были там просто заложены в экспериментальном порядке. Какой-то странный дух, не то бунтарство, не то выпендрежа, если так можно выразиться. Всегда нужно было сделать что-то такое, чего не делают другие. И уже в 19 году, осенью, через пару месяцев после открытия школы, выпускается первая продукция ее, которая называлась «Железная пята».
это был спектакль, но при этом действие прерывалось отдельными киновставками. Ну и вообще понятие мастерской, когда есть автор, который ведет своих учеников, который поддерживает ее на производстве, для ВГИКа всегда был очень важный. Мастерская похожа на такой вот герметичный какой-то котел, в котором ты варишься. Мастер – это тот, кто делает из тебя человека, делает из тебя личность. Это сочетание очень интересное – практики и учебы. Работы тут же наравне с мастерами и в то же время недостаточного опыта сказалось на том, что, в общем-то, школа не выпускала студентов аж до 27-го года. Экономика страны пришла в упадок после гражданской войны, после Первой мировой войны. Нужно было что-то делать. Был введен НЭП, и стали вновь опираться на частные фирмы, которые позволили организовываться. Они существовали достаточно недолго, но этого хватило, чтобы кинопроизводство стало потихонечку оживать. Для того, чтобы поднять собственное кинопроизводство, необходимо было сначала заново запустить импорт и прокат фильмов. Только на импорте, только на прокате можно было заработать какие-то средства, которые потом можно было в это производство пустить. И на экранах Советского Союза появилось все то, что не появлялось за предыдущие годы гражданской войны и военного коммунизма. Кинотеатр на Малой Дмитровке, в старом здании купеческого собрания, который Эйзенштейн назвал позднее «Заячьей академией». Там показывали в основном американское кино. Классное американское кино, которое в этот момент было уже с точки зрения языка, стилистики, свежим, необычным, ярким. И, понятное дело, будущие кинематографисты великие советские, только начинавшие, они туда стремились. Поскольку денег не было, они ходили зайцами. Собственно говоря, Эйзенштейн там и был. Конечно, все эти фильмы не могли выходить в том виде, в котором они существовали. Картины зарубежные, значит, буржуазные, капиталистические, значит, на самом деле, по-хорошему, для советского зрителя неподходящими. Практика перемонтажа была повсеместной, ее мы видим и в переделке титров, в купировании каких-то отдельных сцен, иногда и в полной переделке сюжета. То есть не было никаких ни постановлений, ни регламентов о том, как именно должны изменяться эти фильмы в соответствии с новой идеологией. Перемонтажеры делали по своему собственному разумению и пониманию. В 20-е, в эпоху всеобщей увлеченности монтажом, все вот эти вот молодые кинематографисты, которые приходят работать на кинопроизводство, которым интересно, как это вообще устроено, для них, для всех становятся школой монтажа, где они учатся монтировать картины, сочетая и сочиняя как бы изображение, понимая, как устроено киноповествование и как монтаж на него влияет. Даже Сергей Эйзенштейн и Сфир Шуб, братья Васильевы, в 20-е оказались причастны к этому занятию перемонтажом. После того, как прокат начал приносить деньги, государство снова обратило внимание на кинематограф. И в 23-м году Лев Троцкий выпускает даже статью, которая называется «Водка кинематограф». Идея Троцкого была в том, чтобы постепенно нарастить производство таким образом, чтобы вот эти доходы от кинематографии сравнялись и превзошли доходы от водочной промышленности. В том смысле, что хорошо бы получать деньги от чего-то, что не убивает наших граждан. Межрапом Русь. Вот он, смешанный капитал. Фирма «Русь» возникла в середине 10-х годов. Главный инженер «Руси», если я правильно помню, такова была его должность, Моисей Никифорович Олейников, который станет, по существу, генеральным продюсером «Межрапом Руси» в 20-е годы. Человек гибкий, был единственным продюсером русского дореволюционного кино, который сумел работать внутри советской системы кинопроизводства. Он сохранил частное кинопроизводство в рамках социалистической системы, что вообще уникально. Будучи техническим человеком и инженером, он быстро разобрался еще и в технологии кино. Кинематограф во всем мире. Уже было понятно, что он развивается как медиум, способный объединять, захватывать, воспламенять единым чувством, единой мыслью огромные массы людей. В 19-м году в холоде, в голоде, в разрухе студия «Русь» снимает экранизацию Толстого, фильм «Поликушка» с Иваном Москвиным в главной роли этого поликея, крестьянина. И это совершенно беспрецедентное дело.
Сам этот фильм, он, с одной стороны, как бы закрывающий эту эпоху, но в то же время он своими деталями и своей конструкцией уже давал новые решения мизансцены. Когда Полякушка попадает в Берлин, когда проходит премьера, когда журналисты это смотрят, они не могут поверить, что в России что-то снимается. В берлинском журнале появляется статья «Человек кричит в кино». Это не мой крик Полякушки, который потрясает современников. Такое вот действительно соединение Великой театральной школы с кинематографом. Лидером, в конце концов, студии стал вернувшийся, и охотно, заметьте, вернувшийся в Советскую Россию Яков Протазанов. Олейников пригласил Протазанова в ресторан, и Протазанов, увидев накрытый стол, сказал: «Все понятно, до встречи в Москве». Жене же своей он писал: «Твое желание – Москва или Берлин. Мы проживем и там, и там». Ему главное было работать. Ему необходим был его зритель. Среди фильмов, поставленных Протазановым после возвращения в Советский Союз в 20-е годы, нет ни одной проходной картины. Каждая из них – это событие, начиная с «Элиты» и заканчивая, естественно, праздником Святого Йоргена. Фильм «Элита» – это один такой из первых примеров, когда советское кино вступает в конкуренцию с зарубежными зрелищными жанровыми картинами. Кино с явно идеологическим зарядом. И в то же время зрелище, которое способно действительно апеллировать широкой аудитории, которую далеко не все советские картины тех лет могли себе позволить. История в «Элите» не такая уж веселенькая. Практически это история о людях, которые пытаются бежать с Земли. Есть Марс, который в фильме представил фантазии инженера, который на самом деле, ну, он не до конца встроил советскую действительность. Но все равно люди взлетают, они что-то новое совершенно получают. Этот фильм вписан в мировую кинолетопись освоения Марса, освоения космоса, историю дизайна инопланетных цивилизаций. Есть мнение американских критиков, что фильм «Элита» в частности повлиял на первый сериал Флэша Гордона. Это экранизация комиксов. Якобы в дизайне авторы вдохновлялись фильмом «Элита». В 20-е годы происходят огромные социальные перемены. Происходит взрыв. Какие-то слои общества вообще исчезают. Были наверху, стали внизу. Другие были внизу, стали наверху. Все перемешалось. Встречаются люди из таких слоев общества, которые в другом случае не встретились бы. Это, кстати, на самом деле невероятно плодородная почва, несмотря ни на что, вот для развития культуры. Это потрясающий, бурлящий период, кстати говоря, и в отечественном авангарде живописном, и в отечественном авангарде музыкальном, и, конечно, в литературе, особенно в поэзии. Но все эти искусства существовали и раньше. А кино родилось именно тогда. Все 20-е годы – это, можно сказать, пик развития нашего кино, когда оно становится абсолютно мировым законодателем мод. Если по некому гамбургскому счету составить список 50 самых ярких фильмов, снятых за советский период, я думаю, добрая половина придется на 20-е годы. Эйзенштейн, Пудовкин, Вертов заложили основы огромного количества кинематографических открытий, воспитали невольно своими кинофильмами самых талантливых кинематографистов последующих времен. В 20-е годы в советском кино сложилась очень интересная ситуация. С одной стороны, туда пришли молодые люди, которые хотели все не спровергать. И были люди, которые остались с дореволюционных времен, которые примыкали к так называемым спецам. Яков Протазанов – пример спеца, который успешно встроился в новую кинематографию и довольно безболезненно в ней работал на протяжении 20 лет. Другим спецам повезло не так. Их уже во второй половине 20-х начали обвинять в том, что они как раз принадлежат вот этому прошлому. Спецы стало термином практически ругательным. Например, Иван Перестиани, который в 23-м году в Грузии поставил фильм, который был назван первым революционным советским фильмом «Красные дьяволята», в конце 20-х подвергся значительной критике. Все равно 20-е годы – это период постепенного усиления государства, борьба с частной автономией, частной инициативой, в том числе и в кино. И как раз «Межрапум Русь», как единственная, самая успешная, единственная частная киностудия новой советской России, она закончилась достаточно быстро. Степень автономии Олейникова уменьшалась. В итоге он был отстранен от непосредственного производства. В итоге «Межрапум Русь»
была национализирована. Через ряд итераций она сначала превратилась в союз «Детфильм», а потом в студию «Горького». «Необычайное приключение мистера Веста в стране большевиков». Он вышел в 24-м году. Такой советский Марк Твен или советский аналог моего любимого комикса «Тинтин в стране советов». Лев Кулешов пытался апробировать свои теоретические выкладки на практике, высмеивал, пародировал штампы западного кино, тем не менее, во многом исследовал. Это была первая советская трюковая картина, которая была действительно очень смешная. Американец, который, начитавшись антисоветских статей, он приезжает в советскую страну, попадает в лапы жуликов, которые специально для него устроили вот такое шоу Трумана, воспроизвели все самые худшие страхи о большевиках-варварах. Его телохранитель, это был ковбой Джедди, в духе вот этих кестонских копов бегает по улицам Москвы. Потрясающий кадр, где он бегает по крыше на фоне храма Христа Спасителя. Советская Россия настолько восхищала мистера Веста, что он превращался в настоящего большевика от увиденного. Кулешов для меня, конечно, важен как теоретик, потому что никто, как советские кинематографисты, не сделал ударение на монтаже, как на самом главном, что вообще есть у кинематографа. С чего начался эффект Кулешова? Кулешов и его, скажем так, друзья были начинающие кинематографисты, и поэтому они кино для себя как бы открывали. Они разбирали вот эту странную вещь, с которой они только что столкнулись. Он брал кадр Ивана Мажухина из главных артистов русского революционного кино, вставлял его в три разных монтажных контекста. Неважно, на самом деле, что играл артист в данном случае. Следующий кадр для зрителя пояснял, что на самом деле испытывал артист. Зритель вчитывает в эмоцию актера то содержание, которое провоцируется соседними картинками. Хотя актер просто каменное лицо. Первые зрители вот этих монтажных экспериментов угадывали, меняли свое мнение о том, что на самом деле испытывает артист в конкретном кадре. Это, собственно, лежит в основе всей вот этой монтажной школы советского киноавангарда. Второй эксперимент Кулешова был в том, что он снимал актрису условно там, на одной улице, актера на другой улице. И они были так повернуты друг к другу, что казалось, что они идут друг другу навстречу. О чем это говорит? О том, что зритель заполняет лакуны, которые создает ему режиссер. И зритель очень много своего смысла вчитывает в происходящее на экране. Отчасти, да, мистер Вест показывал возможности эффекта Кулешова, в частности, финал, где мистер Вест в исполнении Порфирия Подобеда восхищается советской действительностью и парадом, который на самом деле он не видит, потому что они находились в совершенно другом месте, а сам парад — это хроника, которая была вмонтирована в фильм. Кулешов — просто супер символическая знаковая фигура, которая благодаря его эффекту, благодаря экспериментам, как бы доказала то, что кино — волшебник, способный как угодно трансформировать человека. Теперь это известно каждому кинематографическому младенцу. Во всяком случае, каждому хорошему режиссеру. Вертов стал классиком документального кино по ошибке. Кино его не привлекало и не интересовало. Его интересовала музыка. Ему хотелось как-то организовывать эти шумы, звуки, реплики. Сделать это было сложно, но тут подвернулся кинематограф. Он стал монтажером. И к тому времени, когда осенью 18 года поступил заказ на первый большой пропагандистский документальный фильм под названием «Годовщина революции», Вертов де-факто оказался единственным человеком, который в состоянии все это был сделать. Его эксперименты начались с того, что он в 18 году прыгнул с грота в Гнезняковском переулке, там, где теперь Министерство культуры. Его снимали ускоренной съемкой, и на экране он увидел как бы свои внутренние переживания, что человек подходит к краю, смотрит вниз, оценивает высоту. Весь процесс принятия решения вдруг ожил и стал явным. Тогда-то, мне кажется, у него и появилась идея киноглаза, который показывает жизнь в том виде, в каком ее не увидит обыкновенный человеческий глаз. До конца ведь никто не знает, что такое киноглаз. Это никто еще не объяснил. Это и теория, это и группа людей, которые называли себя киноки, киноока. Вертов сам писал, что их лучше бы назвать киноглазы, но киноглазы – это как-то не очень звучно, а киноки как-то по-революционному. Таких фильмов очень мало. Их всего 3-5. Фильмы, которые не демонстрируют, а доказывают тебе, как будто там есть некие тезисы, доказывают тебе, что кино – это отдельное искусство.
что кино не рассказывает истории при помощи актеров, как это делает театр, или без помощи актеров, как это делает литература, что кино делает с тобой нечто иное. И человек с киноаппаратом — это именно такой опыт. Он специально и намеренно усложнял это все, потому что он был уверен, что именно так он сможет воспитать глаза зрителя. Как раз это было в стиле конструктивизма, что он делает с помощью техники, и техника способна расширить границы сознания. Лего. Вот современный человек знает, что такое лего. Вот он накапливал горы этих кусочков лего, из них потом складывал свои конструкции. Новая строящаяся жизнь в случайных, быстрых проявлениях. Его фильмы понимали на Западе. Прям бегали за Вертовым, пытались у него что-то спросить, как вот он это снял, как там в советской стране живется. Он всегда был одинокий, работал в маленькой группе. Ему помогал брат Михаил Кауфман, оператор, жена Свилова, монтажер. Он всегда жил в каком-то своем маленьком революционном мирке и надежды на новую жизнь сохранил до самой смерти. Эсфир Шуб была вполне в круге экспериментаторов того времени. Она была режиссер монтажного метода, считалась родоначальницей жанра фильмов, смонтированных из старой хроники. «Великий путь», «Падение династии Романовых». Я считаю, что это очень серьезное, мощное кино, имеющее не только пропагандистскую, но и теоретическую основу, и эмоционально они до сих пор завораживают. Круг женщин-режиссеров, он входил в круг мужчин-режиссеров, они были одинаковы, они не делились по гендерному признаку. Это была одна команда. В русском дореволюционном кино женщина очень часто существо страдающее. Она заламывает руки, она плачет, у нее вздымается грудь, ее чаще всего отвергают. Уже в 20-е годы начали показывать женщину страны Советов. Женщину, которая декларировалась как существо, равное мужчине, которая проходит путь от забитой крестьянки, которая ничего не понимает, до какого-то даже руководящего работника, человека, который участвует в управлении государством, пусть даже на каком-то минимальном уровне, как в фильме «Дом на Трубной». Это такая полусказка, но социальная сказка о социальном успехе. Какая-то девушка поранья приезжает 18 лет в Москву покорять. Кто же, собственно говоря, ее поднимает? Не мужчина, профсоюзная активистка. Она социализирует эту самую Параню. То есть хэппи-энд – это социализация женщины. Ну, вообще там все есть у Барнетта уже. Настолько все круто, хитро придумано. Монтажные склейки какие-то удивительные. Бьет пленка задом наперед. Вообще, я не знаю, это, наверное, первый раз, когда в фильме в 20-е годы мы видим, что время идет обратно. Нам дана такая абсолютно меркульдовская декорация конструктивистская, вот, где утром начинается почти биомеханические мизансцены всех жильцов, которые вытряхивают ковры, колют дрова, выметают мусор. Но эта симфония просто по мизансцене грандиозная. Сценарий фильма, который назывался «Третья мещанская» или «Любовь втроем», писал Виктор Шкловский. Некоторые видели в нем пародию на реальных людей. Это Осип Брик, Лили Брик и Владимир Маяковский. Сожительство втроем людей абсолютно откровенное, абсолютно беспардонное, абсолютно нестыдливое. Это было время свободной любви. Оно было короткое и очень бурное. Это было связано с идеями 20-х годов, с работами Калантай. Еще там, конечно, снята и заметна Москва. Утром еще пустынная, дневная, в турбуленциях авто, иконок, толп народа. Такие образы Москвы были потом только в оттепельное время. Фильм в Советской России был скандальный. За границей, где его переназвали «Кровать и диван», был невероятно успешен, потому что показывал новую, удивительную мораль советского государства. Картина принадлежит классике гендерного кинематографа, где существует «Любовь втроем», где женщина сама кузнец своего счастья, и она делает выбор в пользу ребенка и в пользу просто собственной, настоящей жизни уже без этих мужчин, которые остаются вдвоем в той же самой маленькой полуподвальной комнатке. Частная жизнь – это политика.
В «Матери» это на самом деле эксплицитно проговорено. И, конечно, фильм Пудовкина – это самая лучшая мать. История, которая начинается с домашнего насилия. Отец героя избивает свою жену. Сын вступается за нее. Связь между пьяным черносотенцем, который дубасит свою жену, и людьми на лошадях, которые, размахивая шашками, на беззащитную женщину несутся, связь абсолютно прямая. Целую симфонию ракурсов он выстраивает в «Матери», да, когда показывает эту Ниловну сначала преимущественно с верхней точки, униженную, несчастную, а в кульминационной сцене она показана впервые с нижней точки, как монументальная фигура. Отчего, конечно, мурашки по коже. Все идеологическое ушло. А эта идея универсальности насилия и существования его обязательно на разных этажах, эта идея потрясающе работает. Но это, я считаю, художественное открытие именно Пудовкина, а не Горького. Поколение людей, очень молодых и очень из разных социальных сегментов пришедших, тех, кто создавал советское кино и советский киноавангард, прежде всего, жаднейшим образом опыт мировой культуры поглощали, всасывали, впитывали в себя. Но почти ни у кого не было образования. По-настоящему образованными и насмотренными людьми, киноманами, в общем, были Козинцев и Трауберг. Среди их бесед возникло слово «эксцентризм». Оба были очень увлечены цирком и эксцентрическим кинематографом, конечно. Уже слышали о Чарли Чаплине, там, о Ксенете и так далее. Они создают свою мастерскую «Фикс», фабрика эксцентрического актера. И до 1924 года это театральная мастерская. Отказ от привычной театральной формы в сторону комбинации разных вещей – цирка, кинематографа, кабаре, бокса живого. А с 24-го они уже переходят на обучение актеров для кино. Под запретом было посещение театра. Фексы не желали, чтобы театр влиял на их актеров. Формируется амплуа. У каждого актера свое амплуа. Так, например, Герасимов был практически всегда злодей и шпион. В фильме «Чёртово колесо» он будет играть роль человека-вопроса. В «СВД» он Медокс, в «Шинели» Ярышка. Костричкин, кстати говоря, герой комедии у них. Интересно, что он больше всего прославился исполнением главной роли в фильме «Шинель». По гоголевскому же образцу, да, вот смешение трагического и комического внутри, там и элементы экспрессионизма немецкого, которые повлияли на этот фильм. Это сходство с немецким экспрессионизмом было крайне нежелательным для идеологических верхов. В фильмах немецкого экспрессионизма остро ощущалось предвосхищение, воцарение какого-то тотального зла, которые олицетворяли вот фигуры доктора Мабузе, например, или Калигари. Поэтому экспрессионизм был столь ненавистен властям. И признавать то, что ты его разделяешь, разделяешь его идеологию, его методологию, это означало, что ты невольно выступаешь каким-то вообще противником советской власти. Фридрих Эрмлер. К концу 20-х годов уже один из самых блистательных представителей ленинградского киноавангарда. У Фридриха Эрмлера каждый второй фильм – это фильм очень странный, парадоксальный с точки зрения его исторического вообще воздействия и его роли. И «Обломок империи» – это фильм гениальный, потому что он показывает субъективное восприятие времени человеком и шок, который там передан визуальными средствами человека, который из старого мира переносится в новый мир. Главный герой в 19-м году теряет память во время гражданской войны, и затем в 29-м у него вспышками она возникает, он попадает в свой родной город, только раньше это был Петроград, теперь это Ленинград, его охватывает ужас, он пытается освоиться в новой реальности. Процесс, который переживало все советское общество в тот период. Революция – та же самая война. То есть это колоссальный шок для огромного организма и для конкретного организма конкретного человека. Тогда возникает этот грандиозный пролог, где в тифозном бреду красноармеец жадно сосет молоко, отпихивая щенков. То, чем будет потрясен весь мир, включая Чарли Чаплина.
«Земля Довженко», «Яблоки под дождем» — это фактически лексика и грамматика кинематографа Тарковского, который, в свою очередь, изменил все остальное кино, мировое. А Тарковский родился из Довженко. Эйзенштейн — очень молодой кинематографист по духу. Такое ощущение, ему только что провели интернет, и он вдруг понял, что, в принципе, он может весь мир разобрать, посмотреть, изучить и что-то с ним сделать. Человек, который все время себя проверяет сам, который совмещает в себе интуицию и логику. «Революция сделала меня художником». Я думаю, он абсолютно искренне это говорил. Особенность мышления 20-х годов. В большей степени интересен не человек, а масса, такая массовидность. В «Стачке» вообще нет никакого главного героя, к которому привыкли уже зрители дореволюционного кино. Главный герой, протагонист — это народ, это великое «мы». Потемкин вообще хулиганство учиняет Эйзенштейн, потому что как только мы вычленяем Бакаленчука, одного из лидеров восстания, как только мы начинаем переживать за его судьбу, как только мы внутренне кричим: «Бакаленчук, прячься, беги!» Вот в эту секунду его и застреливают. Монтаж может делать все, что угодно. Он может соединить все, что угодно. Кадр строится как иероглиф, в нем там есть какие-то разные смысловые элементы. Когда они встают в какую-то композицию, она на тебя эмоционально воздействует. Морякам подавали мясо с червяками. Это такая деталь, которую ты запоминаешь на всю жизнь. Эйзенштейн решил, что монтаж — это не просто способ рассказывания истории. Это возможность, допустим, замедлить время. В эпизоде с «Одесской лестницей» он растягивает несколько минут. И он сам шутил, что если бы попытаться представить себе, сколько в ней ступеней в таком случае, она бы протянулась от Одессы примерно вот до Болгарии, куда уходит броненосец Потемкин. Там был и другой момент, когда весь фильм, естественно, черно-белый, и внезапно, в момент наивысшего накала, на броненосце Потемкине взвивается революционный флаг. И этот флаг, разумеется, должен быть красным, и он красный. Его раскрашивали вручную для вот этих всех копий фильма. То, что черно-белое изображение вдруг переходит в цвет, это было тоже абсолютно для зрителя шоком. Зимой 26-го года броненосца Потемкина показали в Берлине. Внезапно оказалось, что его успех намного превосходит там успех московский, успех советский. Грандиозным успехом Потемкин пользовался не в рабочих кварталах, а в центре Берлина, в самых фешенебельных кинотеатрах. Не у рабочих зрителей, как казалось бы, как хотелось бы, а у мещан. На Западе этот фильм воспринимается совершенно иначе. Он воспринимается как шедевр именно искусства. Было даже такое стихотворение поэта Арго: «Душа у зрителя Потемки, рыдайте, Шкловский, плачьте, Брик, в СССР идет Потемкин, как заграничный боевик». Потемкин оказывается наравне с самыми успешными фильмами в советском прокате, которыми были фильмы именно заграничные. Потом уже, разумеется, «Броненосец Потемкин» вошел в канон кинематографический и в Советском Союзе, и во всем мире. Для ленинградского киномолодняка Эйзенштейн был буквально гуру. Их объединяло одно свойство – пиетет перед опытом мировой культуры. Весь этот опыт концентрировал в себе и творчески концентрировал в себе, конечно же, Сергей Эйзенштейн. Эйзенштейн кажется такой фигурой, правда, титанической, но упакованной в прошлом. Классик, который мы вынимаем с музейной полки, сдуваем пылинки и смотрим. У меня не такое ощущение к Эйзенштейну. Совсем для меня это очень живой режиссер. Вот возьмите Майкла Бэя, Зака Снайдера, Антониони, Годара, возьмите Лава Диаса, ну, не знаю, ну, кого угодно из современного кино или кино недавнего прошлого. Везде есть Эйзенштейн. Если вы показываете лестницу, коляску, все сразу понимают, что это Эйзенштейн. Самое известное воплощение — это фильм «Неприкасаемые». Разумеется, по-голливудски это уже воплощено, работает по-прежнему. Сочетание общего черно-белого изображения и внезапной вспышки цвета использовал Стивен Спилберг в фильме «Список Шиндлера». Это красное пальто на монохромном фоне. Оно действует примерно так же, как революционный флаг у Эйзенштейна в Потемкине. Те открытия,
которые Эйзенштейн делал в 20-е, 30-е, 40-е, открытия, которые делали другие режиссеры, Кулешов, Эрмлер, Фекс и так далее, вошли в общий лексикон кинематографический. А с другой стороны, они понимали, что нужно снимать что-то, что будет пользоваться успехом в прокате. В конце 20-х Борис Светозаров снял ничем особо не примечательный фильм, который назывался «Танька-трактирщица». Это был рассказ о девочке, которая хочет стать пионеркой. И вдруг выяснилось, что зритель очень хочет смотреть такие фильмы, как «Танька-трактирщица». Зрителю они очень нравятся. А критикам кажется, что это какой-то очень низкий уровень советского кино. Были дискуссии на тему «Танька-трактирщица» или «Новый Вавилон». «Танька-трактирщица» была сделана нарративно, традиционно, просто. А «Новый Вавилон» — это вершина авангардистского кино. То есть по какому пути пойдет развитие советского кино? Вот что решалось в это время. Новый зритель советский, новый советский человек, он, конечно, появился не сразу. Большевики, придя к власти, стали уделять очень много внимания воспитанию. Вас всех учат по одной программе, вам всем внушают определенные идеи. И молодое поколение, конечно, очень сильно меняется. Возникает такая цензура, не то что самоцензура, не то что внутренняя цензура, а цензура всех. Если фильм связан с, допустим, комсомолом, то комсомол должен просматривать сценарий, обсуждать его и каким-то образом рекомендовать какие-то изменения. И надо снимать фильмы для народа, которые рассказывали бы людям о них самих. Например, о крестьянке бедной какой-нибудь, у которой больной муж, больной ребенок, и корова заболела туберкулезом. И что ей до броненосца Потемкин? Получается, что кинематографисты, в общем-то, сами себя загоняют в этот угол. Над ними слишком много каких-то инстанций, в том числе люди, которым совершенно не должно быть дела до кино. К тому же, в 20-е годы советским режиссерам приходилось конкурировать с зарубежной кинопродукцией. Самыми, пожалуй, знаменитыми оказываются Дуглас Фербенкс и Мэри Пикфорд. Приезд их в Советский Союз в 26-м году вызвал просто массовую истерию. Газеты заполонили вопросы от читателей, а когда приедут Дуг и Мэри, дайте нам их адрес, будут ли они сниматься в нашем кино. И этому способствовали кинопрокатчики, которые понимали, что вот советский фильм никогда не соберет такую кассу, какую собирает зарубежный фильм, поэтому растягивали рекламные плакаты с Дугласом Фэрбэнксом на шестиэтажные здания, даже выпускали конфеты в обертке с его портретом. После их отъезда вышли в свет сначала мультипликационный фильм, высмеивающий вот этот ажиотаж, массовую истерию по поводу этого визита, а затем художественный фильм Сергея Комарова «Поцелуй Мэри Пикфорд», в котором тоже как бы высмеивалось вот то поклонение, которое вдруг обнаружили российские зрители по отношению к этим заезжим знаменитостям. Помимо них любили, конечно же, Гарри Пиля. Его большей части любили подростки. Было даже такое явление «Гарри-пилевщина», с которой призывала бороться советская кинопресса, подразумевая, что под влиянием тех драк, погонь, перестрелок, антисоциального поведения, которое себе позволяет герою Гарри Пиля на экране, советская молодежь получает неправильные воспитания, буржуазные привычки и так далее и тому подобное. В конце 20-х, когда страна активно входила в первую пятилетку, от кинематографа тоже потребовалось каким-то образом более активно помогать, по крайней мере, пропагандировать коллективизацию и индустриализацию. Ничего больше. Вот так появляется эта модель агитпропфильма. Никаких побочных ответвлений, никаких лирических линий. 16 часов для работы, 8 для сна, 0 свободных. Все. И поэтому даже большие режиссеры, которые в 20-е были настоящими мастерами, были вынуждены либо вообще не снимать, либо снимать то, что нужно. Лев Кулешов, которого в 20-е годы его ученики называли человеком, придумавшим кинематографию, мы делаем фильмы, Лев Кулешов делает кинематографию. Он был вынужден снимать фильм «40 сердец» про электрификацию. Все средства брошены на индустриализацию. Денег на закупку экспортной кинопродукции уже нет. Репертуар кинотеатров – это сплошные агитпропфильмы.
и публика в ужасе бежит. Что их спасает? Советское кино, как и весь мировой кинематограф, стоял на пороге прихода звука. Наконец-то кино и стало тем, чем оно должно было быть. Считается, что первый в мире звуковой фильм был сделан в Америке в 27-м году. «Певец джаза». Но на самом деле историки говорят, что нет. Это мы считаем первым звуковым фильмом, потому что там на самом деле звука не очень много. Там много музыки и есть несколько синхронно записанных фраз. То же самое происходит в Советском Союзе. Когда еще не было звука, театральные актеры хорошие за кадром сидели, как топеры, видимо, вот топеры играют музыку, а эти озвучивали, что происходит в кадре. В немом кино ты как бы его со-режиссер, потому что ты можешь написать такую музыку, которая изменит просто фильм кардинально. Ты говоришь за всех сразу. Для них, людей, которые создавали новый язык кинематографа на основе во многом его немоты, конечно, это было ощущение катастрофы. Собственно, Эйзенштейн, Пудовкин и примкнувший к ним Александров пишут так называемую заявку. Им казалось, что звук как будто забивает изображение, он забивает монтаж, забивает движение камеры. Сопротивлялись для того, чтобы во что бы то ни стало оставить в неприкосновенности монтажную поэтику, язык монтажного кино. Но, с другой стороны, аппаратура была столь несовершенна, что там было не до разговорчивости. Человек еще на экране не умел говорить. Но для кинематографа это логичный виток развития. Кино все больше нуждалось в своей пропагандистской функции. Звук и диалоги, они помогали эффективнее это осуществлять. Довольно народ мучить! Объявляю Петерик Коденгот! Эйзенштейн и Александров в 29-м году вместе со своим оператором Эдуардом Тессе уезжают за границу. Одна из задач, которая перед ними стоит, это изучение звука. Потому что вот с 27-го года по 29-й звук еще до Москвы практически не дошел. Основные работы у нас начались в второй половине 20-х годов. В Ленинграде занимался Александр Федорович Шорин, в Москве Павел Григорьевич Тагер. И, собственно говоря, задача была поставлена очень простая, чтобы звук шел вместе с пленкой. В этом году будет произведена пробная эксплуатация передачи звуковых картин по радио. В 29-м году в Ленинграде, естественно, был открыт первый звуковой кинотеатр, оборудованный системой Шурина, где показывали первые звуковые ролики. Это «Бабы Рязанские», переозвученные, доозвученные, ну и какие-то еще, так сказать, музыкальные номера. Кинотеатры были все немые. Переоборудовали очень тяжело. И лучшие фильмы выпускались в двух вариантах. Я сейчас назову название картины, в которую представить себе в немом варианте, ну, практически невозможно. Это «Цирк Александрова». Я другой, такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. В Советском Союзе ведутся работы по созданию звуковых фильмов. Например, фильм «Одна», который озвучивается музыкой Шостаковича уже после того, как он снимается немым способом. Там очень мало разговоров, это все как бы апробация звука, но она производит очень сильное впечатление. С одной стороны звенит будильник, а с другой стороны титр. Это не попытка тавтологии реальности, а это вот дает ощущение отстранения. Дзига Вертов снимает «Симфонию Донбасса» или «Энтузиазм», где он уже делает даже синхронное интервью. Нужно сейчас решительно поставить вопрос перед производственными совещаниями, перед ударниками о том, чтобы тот прорыв, который мы имеем, сейчас же нужно ликвидировать.
Уже до этого, в придачу к своей концепции киноглаза, он разрабатывал концепцию радиоуха, потому что появилось радио. Но когда появилась звукозаписывающая аппаратура, можно было и то, и другое соединить вместе. Улавливать вот эту скользящую жизнь в ее визуально-акустическом единстве. Считается, что первый звуковой фильм в СССР вышел в 1931 году. «Путевка в жизнь», которая называется первым отечественным звуковым фильмом, изначально задумывалась как немое кино. В процессе создания его было принято решение, что он будет выпускаться звуковым. Студия находилась в здании центрального телеграфа, и окна выходили на газетный переулок. Записывали обычно утром, потому что, чтобы не было городского шума. И вдруг выяснилось, что, например, речь человека звучит глухо, зато щебет воробьев за окном слышен очень хорошо. Но эти открытия приходилось делать по ходу дела, потому что направленность, микрофонная чувствительность, все это было еще не исследовано. Решай, что делать? «Путевка в жизнь» была невероятно успешной картиной. В одном из московских кинотеатров он шел чуть ли не полтора года, постоянно. И все время зал был полон. Гости пришли, встречай гостей! То есть можете себе представить, какой был интерес, если по 2000 зрителей приходилось смотреть на маленьком экранчике звуковой фильм. И вот эти кадры, когда он едет и поет на марийском языке, это настолько живая жизнь на экране, что ни переозвучание, ни годы, прошедшие с выхода картины, ничего не могут с этой жизнью сделать. Она по-прежнему там, в кадре. Ловкость рук и никакого волшебства. Это был период создания кинематографа. Не советского кинематографа, не пролетарского кинематографа, а кинематографа как искусство.